Какая у нас гора Шамари. И перевал Друмала. Первое восхождение. Проходим мимо северного лица Кайласа. Состояние неповторимое и неописуемое. Просто эйфория. Хоть и тяжело. Следующий. Высшие силы, спасибо! Солнце. Полный Кайлас, и ты лежишь на снеге, смотришь, на снеге, это просто. Как самочувствие? Колени болят. Вот сюда. Ну, это нормально. Ну, он же в гости позвал, да? Ну. Саш? Да. Ну. Вот монах отдает себя всему Всевышнему. Сорвется, сорвется. Доползет, доползет. Да? Да. Ну, небольшая помощь в виде ниточки. Ну, протянул Господь ниточку. Вот по ней спускайся. А там дальше дело твое. Ну, вернее, все это дело Господа.